Мои дорогие юные леди и джентльмены, я абсолютно убеждена в том, что каждый из вас – это потенциальный директор своей собственной жизни. И неважно, станете ли вы профессиональным артистом или музыкантом, у которых есть свои импресарио, либо ваша деятельность будет даже не связана с искусством, вдруг вы найдете себя в какой-то совершенно другой отрасли. Но я точно знаю, что у каждого из вас подход к жизни творческий. И чтобы помочь вам в этом, стать начальником себя и организовать свою жизнь с самого начала, знать, чего мы хотим и как этого добиться, мы решили организовать абсолютно новый формат бизнес-встреч. Я уверена, такого вы еще не посещали. Так с вами никто никогда не общался, не разговаривал и не играл. Это совершенно новая затея, это целый цикл встреч с потрясающим тренером, психологом, бизнес-коуч Еленой Волгиной. Дорогие наши юные таланты, я с радостью приглашаю вас на первую встречу нового проекта для таких людей, как вы, для умных, талантливых и перспективных, которые мы назвали «Деловая колбаса». Приходите, мы будем знакомиться, выяснять интересы друг друга, и мы будем намечать наши дальнейшие планы, планы на вашу жизнь, на то, чтобы она у вас сложилась и состоялась так, как вы хотите, чтобы все, что вы делаете, приносило вам радость, счастье, ну и, конечно, творческие успехи. А что, может быть, вы уже знаете и даже готовы поделиться с нами своими знаниями, своими талантами и своими планами на будущее. Вот чем мы будем заниматься. Ну и много что еще. У нас будут игры, у нас будут интересные события. Давайте знакомиться. Проект для таких, как вы. Дорогие родители, формат этих встреч – это натуральное, живое общение с участием детей и родителей, чтобы все вместе мы общались. Дети с детьми, родители с родителями и дети с родителями своими и родителями своих друзей. Это не обучение и не какое-то образовательное мероприятие, потому что учения и мучения у детей и так достаточно. Вместе с вами мы будем учить ребят мотивироваться на успех, планировать то ближайшее будущее, то самое время, которое им сейчас подвластно. И вы увидите, что дети захотят заниматься музыкой, потому что они будут точно знать, зачем им это надо. Первая встреча запланирована на 13 ноября, это суббота, на деловое дневное время с 12 часов. Сессия занимает 2 часа. Я очень надеюсь, что все пойдет по плану, и давайте не будем потом говорить, что нам не дали обстоятельства, что мы боролись со сложной ситуацией. Да, все очень непросто, но соблюдая все возможные меры безопасности, давайте попробуем вместе дать детям лучшее из того времени, в котором мы сейчас находимся. Я отдельно размещу информацию по нашим первым темам, по блокам, по условиям участия, по предварительной регистрации и локации и так далее, и так далее. Следите за нашими объявлениями. Я поздравляю нас с новой затеей. Это интересно. Вперед!